Или там золото на меня достало. Она меня загоняет, как тифлоко с таракана, чтобы с ней еще раз пошел в магазин. Лучше я пойду на кладбище на ночь, чем с ней пойду в магазин. Ну что с ней ходить-то в магазин? Все равно, что в унитазе плыть против течения. Ну что она с работы приходит, усталая, как марафонская лошадь, злая, как красный перец. Нет, чтобы дома нежненько отдохнуть, расслабиться, прилечь друг на друга. Ну, пока дети с прогулки не прибежали. Она говорит, а давай пойдем в супермаркет. Он уже открылся, а мы в нем еще не были. Но я же знаю ее после работы, после пробки, с ней сложно общаться. Я говорю, Виолетта, ну давай потом. Ну давай как-нибудь в следующий раз. Давай вот через неделю пойдем по левой части стрелке, все скупим. Бесполезно. Пошли мы с ней в этот супермаркет. Она еще сразу с порога. Какое белье! Как я хочу такое белье! Как я хочу, чтобы ты смотрел на такое белье! На мне, Виолетта, золото, посмотри на этот бюстгальтер! Посмотри на себя! Ну на такое место ты собралась его одевать! Это тебе даже не бюстгальтер на грудь! Это даже на верблюда на обе горба! А продавщица та еще змеюха! Посмотрел на нее через четыре ресницы! Ну, у нас все размеры есть. Хотите, я принесу лупу, посмотрите на самый маленький. И тут моя разослилась. Ах ты, кукла надувная, ах ты, норка щипаная. Да у тебя даже самой меньше, а у меня грудь пышная. Продавщица покраснела и говорит, да, у меня маленькая, зато у меня талия. Это, ну, талия у меня тоже есть прекрасная. А ты себя-то сбоку видала? В зеркале. Видала? Спорим, не видала, не видала. Ты плоская, как плазменный телевизор. Я говорю, милые леди, кончайте базарить. Лето, ну не надо так напрягаться. Пойдем купим тебе какой-нибудь фен. Ну, пойдем. И вот менеджер подскочил и говорит, о, вам повезло, это лучший фен в мире. Самый мощный, самый универсальный. Если эту пипочку повернуть вот сюда, это, в общем, не фен будет, а даже пылесос, моющий и стирающий. Виолетта говорит, да, это все хорошо, но покажите мне лучше вот эту шубу. Да, вот эту. За 12 рублей. Надо же, такая симпатичная, такая недорогая. Менеджер говорит, это не шуба, это ёшик для печных труб. Он одевается с капюшоном, рукавами, и поднимайтесь по дымоходу и чистите дымоход. Виолетта говорит, ой, да ну в этом магазине совершенно нечего купить. Я говорю, пойдем, пойдем, говорю, Виолетта, давай пойдем, где купим кофе. Вот на втором этаже есть отличная забегаловка с чудесным кофе и с обалденным сахаром. Ну, пойдем. Ну что, поднялись, ну что, чтоб ты не волновалась, давай пойдем, чтобы это, будешь тут волноваться, больше жертв будет. Ну и тут буфетица подходит, вся такая полная, добрая, по-большому так улыбается. Она говорит, вы попробуйте кофе с медом. Кофе с медом это не только вкусный напиток, но и также замечательное лекарство для больных и здоровых. Ну, зря она, конечно, так сказала. И это уже моя вся свелась. А я кто больная? Я больная? Еле успокоил ее. Я говорю, Виолетта, ну пойдем, купим тебе этот очки. Вон, ну тут директор, балда, подскочил. Вот, зимние темные очки с двумя стеклами одевайте, и я даю вам совсем бесплатно. Только успокойтесь, пожалуйста. Виолетта говорит, а ты кто такой? Начальник-командир. Хочешь, я тебе массаж пяток через носки сделаю? Хочешь, я тебе раздолбаю, как дятел, спичку? Директор покраснел. Я говорю, Виолетта, туточки пошли, тут уже тучки пошли. Давай, начнется с дочек. Пойдем отсюда, пойдем. А то нам здесь уже не рады будут. Она говорит, а ты кто такой? Я говорю, а муж тебе, пойдем отсюда. И тут Виолетта проходит мимо зеркала и говорит, а ты кто такой? Ишь-то, это я. Какая злая. Простите меня, пожалуйста. Я ж не со зла. Просто из-за работы, о пробке, а жизнь такая бесцветная, вся такая темная.